Да. Ну, тут же один из дизайнеров самых крутых мира. Вот тут, типа, тут можно продаться, починиться. Ready. Ну, это типа вход. Это сейчас мы в лобби. Тут можно чиниться. А терем заходим. Да, мы в инст дошли, а в инсте лобби, да. А из лобби нас телепортируют в рандомный из кварталов. Кварталов, по-моему, штуку 8 разных сюжетов. Нас телепортируют в один любой рандомный из 8. Да, ну да, случайно, случайно из 8. Сейчас чувак починится или что он там делает. Поехали. А я тебе скажу, что делать. Бежим прямо. Мы находимся возле огня. Он нас замедляет со временем и растут его стаки. Огонь его нейтрализует мгновенно и стакает нам баф, который предотвращает от этого дебафа. Поэтому надо двигаться быстро. Не надо собирать вообще. Иди, беги. Он на первом уровне он абсолютно не опасен. Вот, берешь эти факел с пола, зажигаешь факелом обычным ударом первым. Да нет, это не важно. Это не важная вещь. Если будет что-то важное, я тебе скажу. Это просто, говорю тебе так, логическое отступление. Можно без этого все пройти. То есть лежат дрова, надо их зажечь ударом обычным факелом. Вот. Рейнджерский факел не катит, конечно. Вот. Соответственно, на первом уровне тут 5 стакается и медленно растут дебафы. Дебаф замедляет и дамажит. Соответственно, надо следить, чтобы не было у тебя дебафа и был баф. Ну, то есть там можно, там на 2 минуты можно без него убежать. Все, тут мы стоим возле большого костра, зажигаем его, бьем тем, кто спавнится, пока каунтер правильно вы не достигнет. Даже если он стреляет, то есть. Да, сюжетом. Вот если ты отойдешь, вот сейчас ты отошел, у тебя дебаф начинает. Он считай как близок. Он считай как один близок. Но он не убьет, он не убьет. Недостаточно мощно, чтобы убить. Я прибыл к 10-му, там пачек 8 выдержал. Вот сейчас он доходит до конца и бежит. Только сначала этот снизу добивал. Все, идем. Да, переждать. Ну, поубивать мобов и переждать. Так, отсюда эвейд. Это эвейдить штука, она взрывается. Вот это ничего, просто у нас замедляет. Потому что надо убить эту херню. Так, она у нас будет телепортить, поэтому я сюда метку ближайший факел. Сжигаем факел, чтобы убить. Хаос, чтобы она тебе не сбила, и мобы сейчас будут спавниться. Сейчас она нас еще телепортить будет, попала с зарядом видимости, вот пошло. Смотри на метку на мини-карте и иди. Это я сделал специально, чтобы мы знали, где ближайший костер. Таргет убей. В принципе, когда ты нарвешься, все такое. Тебя очень просто. Старт вообще очень просто. Все остановилось. Опять на метку бежишь. Пока бежишь, бьешься там на хер. В первом левеле она очень слабая. В сравнении с десятым.
прикольно, тут есть джампинг пазлы, тут есть финиш, они даже играют на сложности, на смекалке, на чем угодно. I may not survive. Так, где этот гребаный? Lucky you came along. Не, не надо, они респавнятся, не надо. Там она не такая мощная, чтобы... Не такая мощная, чтобы еще убивать этот удар. Хорошо? Снимайся как-то так. Хорошо, просто если сейчас останется дебаф, то он на 10 минут. Да, это мощность. Теперь, так, теперь мы идем туда. Надо в другой конец. Не было. Там только лут из центральной хрени, и то не всегда. Так, тут теперь будет темно, но недостаточно темно. В 10-м тут вообще темно. И выйдем мобов, бежим за мной. Игнорируем, тут не надо все. Нам надо нам главное до пещеры главного босса. Мы сейчас уже возле главного босса. Это достаточно короткий портал. Ну, на 10-м он, конечно, помощнее. Но вот здесь он сложный. Они бэриджат, поэтому тут крипло много. Волки еще. Тут я вижу, ребята, не первый раз, так что нормально. Когда первый раз, тут, конечно, тупишь, ну, сильно, потому что не знаешь сюжета. Все, зашли. Ждем остальных. Значит, здесь это главный босс Фрактала. Он, у него несколько фаз. Он с нами пешком рубится, убиваем его. Когда он телепортируется на свою позицию, он недостижим. Он вызывает глыбы, глыбы льда, которые убивают с первого раза. Но они перед этим секунды 3 летят. То есть смотришь красное на полу, с красного уходишь. Там очень много кругов будет. Вот и все. То есть не сложно, в принципе. Да, конечно, можно. Сейчас посмотрим, сейчас он сам по себе будет мощный. А нажми на флаг. Нажми флаг. Уничтожим. Все, круги пошли. От кругов убегай. Из первого раза убивай. Ну там есть секунды 3. Все фазы перевели, конечно. Все, кто снизу, то у нас телепортит иногда. Нет, только когда он наверное, так что тут фазы получаются достаточно явно. Ну, вот спамят тут эти ледяные хрени, которые мешаются. Ага, тут они даже не убивают. Они не убивают с да? А тут все такие. А, да, я ошибаюсь. Не, это он просто глюка какая-то, не сильно. Все, даже самый интересный босс. Я понял, я знаю. Но
самый неинтересный босс, надо будет дальше еще. Спасаю, вытопил. Еще один скрайд. Тут нету, тут ни одного портала, где такое рубля. Везде думать надо. Да, их плохо видно. Ну, в этом. Да, он выйдет. Да. Нам нужно, чтобы повысить уровень, нужно пройти на нечетном уровне 4 фрактала подряд. А, никакой разницы. Да, и вейдится, конечно. Да все, и вейдится. Вообще, мне фракталы проходить интереснее, чем другой там. Потому что здесь элемент вот этой рандомности, какой выходит, какой сюжет выглядит. Плюс с повышением уровня у мобов появляется новые скиллы. Интересно. Все сложнее становится. Короче, наверное, идеальный данж, когда он скейлится, хотя один и тот же, то есть ты вроде все знаешь, но становится сложнее. Вот надоедает. Такой. Ну да. Так, потому что это идеальный данж. А в чем проблема сделать остальные данжи такими? Это всего лишь генератор. Да, и нам нужно так проиграть 4. Так, здесь типа jumping puzzle, и гарпи надо убивать, желательно стоя снизу, потому что... А, тут же... Короче, тут просто... Можно их даже игнорировать, но лучше их убить. На 10 уровне у этих гарпи появляется скилл. АОЕшка, которая сбивает, и просто падаешь, что все умираешь. То есть это очень сложный портал, становится на 10 уровне. На первом, то есть до 10-го можно это все нафиг игнорировать. Да. Кстати, мы могли проигнорировать. Ветераны с них гарантированно. Death stalks me. Процентов это самый сильный скилл. Это
как стаб, потому что там же, конечно, кулдаун 3 секунды, а тут нет кулдауна. Так, я последовательно записал, кого дает, тут будет 4 чемпиона. Сначала рейтинг. Кролик, чувак. Кролик, саботёр. Потому что я здесь 1000 раз был, и я знаю их по сложности. Да, это ж саботёр, я ж поэтому его первым и убиваю после рэпида. Рэпид самый легкий, саботёр самый надоедливый, шамана вы ешь, а етит просто тупой. Что-то все падают. Ну что, тут респавны вполне безопасные, тут даже если пати вайпается, иногда это даже нужно. Начинается все с последнего чекпоинта. Тут чекпоинт возле босса. Так что все в порядке. Сейчас мы тебя пока не на том, чуваки. Поднимаю. Блядь, такая быстрая. There, target identified. Сменить оружие. I owe you my life. Нет, ну смену оружия нажать. Да какого хера? Да. Там 3 секунды порядка. Да, он вам дает по пол хп, а мне целое сносит за уровня. Ты еще шаман надоедливый, он еще АОЕ. Да, ну там попробуем. Ну, в принципе, можете убить. Да, элементалиста рейсинг сначала. Вот это они... А, ну хотя да, на первом может идти наилучше. Мы всегда убиваем первым шамана. У него меньше пул хп, и он надоедливый больше.
Target identified. Это вообще не лестничке. Так, теперь тут элемент... А, сейчас еще у меня юбка. Тут элемент аркады. Эти штуки надо, можно и эвейдить, но лучше обходить, конечно. То есть у тебя всего два эвейда. Раз эвейд. Они убивают, и снизу появляешься трупы. Ай! То есть ты от них не умираешь. Да. Lucky you came along. Тут телепорты работают. Почти в самом конце. Я мисмером телепорт ставлю обычно. Да. I apologize for leaving you like that. Just never mind. Keep progressing. We're getting closer to the local instability. Одновременно три выключателя и пропадут эти хрени. Мы на чекпоинте сейчас. Ну третий нужен. I owe you one. Да, я смотрю, у меня он красный. Я сейчас подожду, буду ждать, пока он. Можно еще стабилити на самом деле юзать. Последняя, да, последняя два эвейда точно. Стабилити работает против этого, по-моему. А, я думаю, там не только. Ну, не знаю, не важно. Там то ли триггер, то ли. Да. Так. Не, оно не включится. Так, теперь. Здесь, так это есть Асурский. Комната наполняется ядом, если не включается красный вентилятор. К нему просто подойти и нажать на него. То есть желательно стоять возле него. И бить с рейнджа этого.
Убить с рейнджа этого чувака. Просто включить. На 10-м это все это сложно. Вентилятор нажми. Сначала вентилятор нажми. Их можно, в принципе, и видеть. Это проектили, то есть, если ты далеко станешь, ты сможешь убивать лево-право. Much better. Так, тут главный босс неуязвим, мы убиваем только миньонов. Миньоны появляются один за другим, а потом четыре вместе. There. Первый. Target identified.
breach, broken, falling, screaming, dying! Шаров хрен избавишься, потому что их надо выводить 4 раза, чтобы выиграть. Показывает, какой красивый фрактал мы прошли. Но самый это асуровский куб на самом деле. I dare you. Hit me. There. Stabilized. An expeditious departure would be optimal. But no Что, сильвер мне выпал? Что это хоть такое? All of us, abandoned! You aren't real. You can't be here! Coming from under the water. Dive in! If you get a few of those awful cranks, all the better. Тут все подводное. There! Target identified. Убиваем мобов, да, дождемся. Их тут штук 8 на каждой точке. 3 точки. Это шо? Классно. Хорошие статки. Мне нравятся такие статки. Название я запомню. Как оно называется? Запомните, я тоже на работе. Это немного хп, больше хила и балла.
моду. Тренд называется. Да. Идем обратно. Метка на карте. Да, красная метка на карте. Так, теперь мы сейчас превратимся в дельфинов. Надо и выйдить край. У нас не будет атаки, но надо будет выйдить мобов и добраться до точки. Так что все... Тут есть ревайв. Пятый ревайв, первый детект невидимых. Второе дистракт, это отвлечение. Если у тебя вот еще много мобов впереди, нажимаешь дистракт. Третье это ускорение. Большое. Все, летим вместе. Скиллы бесконечные, ревайв рядом всех вокруг своих. Один отстает у нас. Все, пролетай мимо. Нам... Это как гонки, знаешь. Это тебя ударили, видимо. Клоны не отставают меня, потому что я трассу знаю. Тут отвлечение. Все, отвлечение сделал, пошли. Последний, мне кажется, умрет, и нам придется возвращаться. Один умер. Возвращаться надо за каждым. Блядь, этот кретин умер в самом начале. Втирать не втирать, но просто пришел танк, что ж не будешь тупить как ПВЕ. Тут ответственная штука. Ты видишь, тут один падает, и считай, мы все теряем одного игрока навсегда. Ну, то есть до конца. И нам всем придется умереть, чтобы он. Чтобы он выжил. Чтобы он ожил. Он опять умер. Ну вот это скилл этого надо. Они не бьют ударами, они на тебя вешают якорь, ты падаешь и получаешь хп. Минус. Поставь на меня метку, чтобы видно было.
интересного чувака. Он на тебя вешает дебаф, ты падаешь. Нет, камень тебя не стукает, тебя стукает мол, вешает на тебя дебаф. Ты начинаешь тонуть на половину своего хп. Если последний не будет тупить, то все будет нормально. Он, блядь, опять тупит, стоит на месте. Не знаю, кого рубить таким мелем. Да идет, вроде. Все, главный босс, большая плюха, которую просто убиваем, на самом деле, с Range Weapon, потому что притык не подходи, подходить нельзя. И желательно его в электро... Тут сейчас будет электричество спариться, вот его заводить в электро, он тоже быстрее. Все, опять он под ней стоит. Как можно быть таким мелким? Посмотри, он стоит под боссом, меня такую, а как что? Машина. Вот сейчас он под электричеством, его бы кто-то отпустил. Между ней и этим шаром. Вот у меня будет. Можешь сам выйти, что залезть, оно не сильно будет. Это Макса нарисовал. Не знаю, какие у него там схемы. Я думаю, там вообще странная система. Я не классик сейчас. О, вот, кто-то подошел впритык. Она его не бьет, она с него хилится. Она почти не бьет, она только станет, вот сейчас это станет, когда вылез там. Она только хилится, если кого-то хавает в мели. Если ты подходишь в мели, то ты становишься типа рыбкой, и она тебя хавает. Она нажимает там, появляется скилл, распамит, чтобы быть в состоянии. Странно. Спам, я знаю, она притягивает, поэтому надо хотя бы спам, сейчас выйдет. Все. Два раза подряд. Я знаю. Я же говорю, он тебе дает один скилл.
Все равно, ты не можешь двигаться. Ты не можешь двигаться в эту сторону. Ого, я так далеко от нее, она меня так и схавала. Интересно, как это получилось. У меня дамаг такой, как с одной иллюзией. Иллюзии 3, еще я. Серия 1200. Странно, конечно. Аба это уже аба, если не аба. То, что аба на 80, если оружие остается. Да, я чё? Ну, она, по-моему, скейлится тоже. С бопа... С боссом, дроп с босса и дроп с сундука, как обычно. И все, и стартуем. Это будет уже третий, правильно? Это мы закончили три. Все, мы закончили, у нас открылся второй уровень. На втором уровне... На втором уровне давай выйдем отсюда, выйдем из патчи. Пересоздадим пати с другими людьми. И пройдем второй уровень. На втором уровне у нас уже будет типа дейли, получается. Насколько я помню. В первой нет дейли. Значит, нечетные 3 подряд, чтобы поднять уровень. Четные 4 подряд. Но четвертый бонусный. И за него дается дополнительный сундук с токенами. То есть ты сейчас снял порядка 15 токенов, а там будет еще 20. Так что токены у тебя в инвентаре круглые.
Да. Выходи и спать. Тебе нужно 150 на каждую 20-слотку. И спать? Просто и спать и выйди. Выйди и спать. Да, каждый четный, точнее. Выйди и спать. Так. Сейчас я... запущу заявку. Запустим. Нам нужен второй уровень. Желательно сейчас все продать, конечно. Лута много с фракталов. Синику ломаешь? Melissa aid you. I carry only the highest quality goods. Let's hear it. Speak. Так, сейчас я тебя приглашу. Принимай, все. Так, теперь нам надо... Нажми на первого правой кнопкой и нажми Join in Light Zarch. Нам нужно в его Overflow зайти. Правой на верхнего пати и join на inline зарч. Не важно. Нет, это не мой гвардиан. Я не помню ничего свою гильдию. Можешь мне в личку написать? Я репрезенчу свою гильдию. Можешь мне в приват написать? Синки бывают? Глобы в эктоплазму? А шанс большой? Melissa Aiden. What do you need? More people should learn to barter. This will be unpleasant. Я повезло с ребятами, у которых открыли 29 уровень. Ну... Но...
они делают второй уровень на Дейлик. То есть это первый доступный на Дейлик. Первый четный из всех фракталов. Первый четный, это значит, что он каждый четный дает 4 подряд. То есть 3 на повышение уровня, а 4 бонусный. Если ты проходишь бонусный, тебе дается дополнительный дейли сундук, в котором 20 токенов. Вот эти 20 токенов, это и есть дейлик. А с 10-м, так, это самое сложное. Здесь сложно. Ну, попробуй. Значит, объясняю. На карте 3 красные хрени. Их нужно взять одновременно и в течение 30 секунд донести на базу. Реально, тут шагу не ступить, потому что везде ловушки, которые дают крипов. И куча мобов. И вон даже чемпион, точнее, в Legendary бегает. Один не взял. Ну, короче, сейчас все. Сейчас ничего не получится. Сейчас они долго потупят. Долго потупят, а потом скажут, что мы рестартим. Бессмером я делаю это очень быстро. Но в обычной пати это почти. Ну тащи. У тебя 4 секунды, чтобы эти тащить до базы. Ну, они на базе метки. Можешь помочь им прикрыть. Он снизу от тебя. На миникарту просто смотри часто и все. Все будешь знать. Ты умер. Там куча пауков, да? На юге, посмотри на миникарту. Отзум миникарту назад. Ловушки видны на земле, их можно отличить, они круглые. А также растяжки там есть. Капканы и растяжки. Не, капканы и растяжки. Никак. Я понял, никак. Да, и тут еще стены появляются сами, рандомно. То есть может, ты можешь по одному и тому же проходу обратно пойти. Get me on my feet. Тут, если не знать, что делать, самый сложный фрактал. Вон, один потащил. А, нет, никто не потащил эту клю. Каких мух? Не знаю, каких мух ты говоришь.
Я взял, я, короче, донесу сейчас первый. Та, появилась стена прям перед моим носом. Как ее бы эти херы ее знают? Третий пир. 3, 2, 1. Надо не слепать. А, рульцы, но бы не рульцы, сука. Саппорты желаю. Да? Я свою донес. Тут не с мером круто, портал ставишь, все входят и все. Пауков надо убить. Короче, пусть сами убивают. Сказали, что не вестать, но пусть сами убивают. Одновременно все три взять. И за 30 секунд принести все три. С трех разных концов. Вообще ничего не означает. Надо все три донести за 30 секунд. Вот у них 10 секунд осталось. Справа сверху этот таймер. 6 секунд осталось. Они не успевают и так. Два донесли. Третий не успел. Ну, любой кондишн, который на тебе не дает выйти из боя. Ну, беги, бери, они тебе говорят, что ты шел на это. На левую верхнюю иди. Нет, не к нему, на левую верхнюю. Посмотри на миникарту. Давай, бери и неси. Только посмотри на дорогу, где там эти ловушки, где растяжки. Растяжки, походу, не обойти. По-моему, заэвэйдить только можно. Но у меня не всегда получалось заэвэйдить растяжку. Успевайте, 6 секунд, я ноги не донесено. Так, голосуй за. Это мы возвращаемся в лобби и стартуем заново наш второй уровень. То есть если бы мы были на третьем или стартанули, мы бы опять с первого начали. Hello, adventure. О, вот это мой любимый фрактал. Тут стоит огромный великан, которого надо освободить. Да, он живой, он очень красивый. Сначала убиваем, не становимся. Все.
босс очень сильный. Одна раскрутка и умираешь. Тут выпадает молот. Каждую секунду, которую ты несешь молот, ты получаешь... Идем. Ты получаешь заряд. Как только зарядов становится 30, тебя станет на пару секунд. Как только их становится 40, ты умираешь. Значит, надо дропнуть его, когда их становится 29. Ну, например. И идешь за всеми. Потом расскажу, что с этим молотом делать. 25, 26. На 29-м дропай его. Его другой поднимет. Когда ты его поднимаешь, ты получаешь дамаг здорово. 5 хп. Да, правильно. Так, теперь, как только этим молотом ты убиваешь кого-то, то есть участвуешь в убийстве моба, ты получаешь четвертый скилл. Это четвертый скилл юзается возле печати, все равно нет на кого наводить. Вот, я подхожу к печати, юзаю четвертый скилл, и печать бьется. Справа сверху каунтеры ХП печати. Как только ты юзаешь четвертый скилл, вот он печать не сделает. Вот это надо, вот он убить какого-то молота. Все, печать. Еще ловушки. 26-27, сейчас он застанет, и он дроп. И да, чарджи на тебе уменьшаются со временем.
вот тут сейчас просто мобы. А, нет, тут уже начинаются эти. Аккуратно, они сдувают, и ты падаешь. Вот так вот падаешь. Но их можно и выйти. Может, достаточно интересная штука. У меня нету стабилки. Ты 29. У меня еще даже ульта нет. Я не открывал, у меня скиллпоинтов нету нифига. Скиллпоинтов нету. Так, дальше будут силы, эти печати, которые мы должны убивать по паре. Точнее, сначала одну, потом бег бежит ко второй, потом бежит обратно к первой. То есть только вот так вот. И если мы долго не добегаем, то КП начинает у них регенерироваться. Достаточно стрёмный момент. Да, потом бежим ко второй, потом опять первую. И так пока у одной. А, не, пока что это на следующем. На этом здесь в огонь вот не сбудется. Надо стоять на зоне, на которой нет огня. Сейчас увидишь. Сейчас он попадет, я пойду на нее. А потому что он тут не сильный. В 10-м ты не имеешь права на него. Там сразу. Тут там, где они стоят, тут есть типа зона. Вот он. Ты стоишь, ты когда у тебя берешь камер, сами подбегают к тебе мобы. А, подойди ближе, на нас стань. Потому что тут участок без огня. Бери молот, когда будет ХП, я беру мобов, которые подходят. Как только пропадает центральный огонь, бьешь печать по четвертому скиллу. Кто хочет убивать? Вот он. Смотри, ты берешь молот в руки, ты убиваешь любого моба с этим молотом, с помощью этого молота. У тебя появляется четвертый скилл. Ты подходишь к печати, ёбаешь этим четвертым скиллом, возвращаешься на место. Все. Так.
Дропай молот. Побежали. Вот сейчас будет то, что я говорил. Одна печать, вторая печать. Одна печать, вторая печать. Да. Тут как... Только туда еще надо допрыгать. Тут достаточно тонкие перегородки. Ну, ты прыгать умеешь. Тут просто нубы постоянно падают, поэтому... Так, на самый верх. Дальше меня не иди, а то моба начнут лагаться. Сейчас они принесут сюда молот и начнем. Он все, он принес. Я буду таргеты ставить, просто иди за красными метками. Я постоянно делаю. Того, кого просто стреляю. Теперь он стукает. Теперь бежим в следующий проход за ним. Всё, бежим за мной. У меня нету. Убиваем Чантера, которого я за таргете. А, подожди, у нас есть. Бежим обратно. Да, я заюзал. А я на предыдущей ходке убил дополнительную мобу, чтобы у меня опять что-то появилось. По сути, все равно, какого моба ты убьешь, чтобы получить четвертый скилл. Главное, куда ты его изумишь. Но сейчас опять мы вторую, это первую, да? Сейчас мы убьем тиран. Опять узает, бежим обратно. Не смотри на его заряды. Стан. Кого молот, а кого он бьет. Ты помогай ему и ждешь, пока он убежит. Все, лизанул, следи за ним, пока мы убежим отсюда. Да, и нужно только их... А если долго не атакуешь предыдущий, вон, регенится у первой. А чантеры начинают ее регенить. 32, 33, что они дропают? А. Ну все, убиваем. Дропай. Не надо, бежим обратно. Да. Все, сейчас одна печать умрет сейчас. Да, несложно, но если ты замедлишь, если кто-то не будет знать, что делать, вот, то просто будет регениться быстрее, чем ты их атакуешь. Я поэтому всегда ставлю метку, чтобы все знали, что делать, если пригодят кто-то. Кто-то может тупо попробовать. Все, проблем что. Теперь нам молот не нужен будет. Да. Все, мы дальше идем к главному боссу. Тут будут взрывики. Сразу как только взрывики прошли, за ними проходишь. Акура, не спешишь. Потому что они сбивают с ног, опять же, так же, как и достаточно один раз пройти. Все, мы прошли к главному боссу. Главный босс
он, его убиваем, у него на 1-3 хп появляется молот, выпадает из рук. Мы берем, он становится неуязвим, мы берем этот молот и делаем так же, как с обычной печатью. Понял? То есть мы, чтобы... Да, 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 мобы, соответственно, начинают... Мобы начинают спавниться тогда, когда он дропает печать. Ой, когда он дропает молот. Тоже очень интересно. Сейчас, да, сейчас это первое. Сейчас он не надо отбрать молот. Поэтому мы снова... Желательно, чтобы это не цель. Не знаю, как это будет. Это тоже чувак. Встанет, поэтому забирай свой молот. И опять 3 ЧП.
Target identified. Еще, наверное, последний раз. Пойдет КП, он будет его восстанавливать и тоже даст нам. Босс умер, забираем сундук и ждем последнего. Все, теперь смотри с этого, с парапета. Чувак освободился. Очень красиво. Ломает это все дело. Да, очень красиво. И сейчас он еще. Да, он еще похож на этого. Похож на God of War, вот этого. Теперь, да, Кратос. Сейчас он вздохнет, повернется к нам. Такой печальные глаза у него без бровей. Не, он кланяется, видишь? Он нас поклонился нам благодарностью. It was nothing. Тут есть ачивка, писая гоу. Ты видишь, мне больше ачивка дала. Если ты ему в ответ делаешь поклон, то тебе дается ачивка. Называется take a bow. Дай поклон. Ну, это ты проходил. Ну это потом, если хоть раз тут будешь, я тоже первый раз вижу. Да, я не знал, я только что увидел, что они кивают, и тоже кивнул, и подалась ачивка. Ох, какие вы шустрые. I may not survive. Да что ж такое, они меня фокусят. Да.
Так, ждем. Да. Так и есть. Заяц, потом бомбардера. Dark, это значит blind и stealth. Так там тоже stealth, там тоже. Я просто пытаюсь заполнить все комбо поля. Я думал, у тебя автоматически этот дом включается, не вес. Ребята, полегче. По лесенке.
очень правильно. Нормальные ребята, потому что не то что прошлое. Берс не зеленый. Что все можно делать? Нет, нет, тут сундук, сундуки далеко не везде. There! Target identified! Oh.
Ага, они знают какой-то баг. Breach broken, falling, screaming, dying. Ага, сюда не попадают шары. Попадают. А толку стоят. А, может голем сюда не заходит? Походу будет четвертый подряд, и он достаточно интересный. Ну, не знаю, один из, наверное, трех самых интересных. All of us abandoned. You aren't real. You can't be here. Сейчас пошли три. Посмотрим, что будет. По-моему, четвертый сейчас подряд будет. Четвертый, это, то есть считай, мы уже с тобой повысили один уровень, нам уже третий открылся. Но чтобы Делик взять, мы сейчас должны пройти четвертый. А четвертый всегда один и тот же. Бывают. По-разному бывает. All of us abandoned. You aren't real. You can't be here. And I'm registering something unusual coming from a nearby village. Be careful. Чувак тут ни разу не был. Один момент. Скрют. У него сломалась мышка. Маус-поинтер — это указатель мыши. Да.
жанра батлов не нравится. Это подбирание вещей с пола. Ты если при этом бежишь, то он продолжает бежать. Подбираю. Можно, можно, я бы я бы предпочел. Да? Чувак, который тут первый раз, наверное, сейчас поднимайся на твою же дивизию. Так, мне надоело, я пошел. Ага, низы сплошные, я ничего не могу сделать. Я попадаю.
Единственное, что у этого домика рейндж 600, он мне непонятен. Он был бы уже 0, на себя бы ставил. Или уже было бы 900. Ну, 600 это мало очень. Это ж центр. Это ж центр круга. В итоге... Ах, сейчас меня приплюснет. Ах. Быстренько, однако. Nice.
me left. Let me know when you're ready to go. Statistically speaking, the next fractal must be warmer. Плавная. Смус это плавный. Да. Вот, это финальный, четвертый. Здесь. Ну, посмотрим, пока что идем. Убиваем. Так. Игнорим всех мобов, пробегаем за всеми. То есть, можно убивать, но они геморные. Они там конфьюзны. Да, конечно. Я поэтому мисс Мером люблю красиво. Да, есть такое дело. Вот в ПВЕ у него двойная длительность. Это как минимум. Все, добежали до конца. Значит, сейчас достаточно серьезная штука. Беги пока за всеми. Стрекай огромная херь. Ну вот же босс. Перед тобой. Иди за мной. Ну ты с Варкрафтом не боишься так вообще. Обходи. Так ли это? Обходи за всеми. Там, ну тут не баг есть, но, короче, уловка есть такая удобная. Значит, убиваем вот это. Там. Быстрее, я не дострелил. А, быстрее. Кстати, пишет, что не дострелил, а сам не дострелил. Убиваем второй. Значит, дальше. Все мобы и тентакли будут дропать кристаллы. Как только над тобой появляется... То есть босс нас не атакует. Он атакует единственным образом. Он стреляет из глаза лазером, который моментально тебя убивает. Но перед этим он подпрыгивает. И ставит на тебя... Как только ты видишь над собой череп, ты должен схватить в течение 2 секунд кристалл, который лежит. Вон кристаллы уже, видишь, синие. А, на земле лежат. Ну, возле тик-так. Вот тебя убьют. Сейчас приноровишься. Вон слева от тентакля кристалл. Вот этот кристалл надо взять в течение 2 секунд. Не надо их. Этот выстрел можно заивейдить, если ты выждешь эти 2 секунды, а потом не займешь. К тентаклям не подходи близко. Он выйдет. От этих лосей отбиваются прожектили.
так, ой, чуть так встал, и желательно поставить так, вот, вот я взял. Значит, когда ты взял кристалл и по тебе стрельнули, у тебя появляется первый скилл. Ты должен его направить на таргет, на голову. И это очень тяжело выделить, поэтому я всегда выделяю и оставляю таргет. Любого расстояния. Главное выделить. То есть нажимаешь таргет и бросаешь. Все. То есть главное быть всегда в рейнже какого-нибудь кристалла. В рейнже тоже какого-нибудь кристалла. Я вот заивейдил, видел. Блин, от них отбиваются рептилии. Ой, я забыл. Вот он, у него сейчас заряжен кристалл, он его выделяет и бросает, видишь, кристалл. Скилл. Да, вот сейчас на тебе будет. Тебя голову подняли. А чё, у тебя аж кристалл был в руке. У тебя не было кристалла, значит, в руке. Или он пропал, у тебя пропал. Небольшая проблема. Кристаллы пропадают со временем, поэтому их надо постоянно. Не понимает, что делать. Вот это. Да, конечно. Все первый раз сидят. Кстати, босс умирает не на 0 хп. Это 33. Thank you.
сейчас. Хорошо его. Вот сейчас выше выйдет. Так, надо подождать. Тут как раз. Он добит. Теперь босс умирает, и сейчас мы все упадем. Потом типа мы всем стреляем, сейчас все умирают. Некоторые даже умирают полностью, вот я умер полностью. Я не знаю, как по какой системе тут падают все. Не, тут кристалл нет смысла держать в руках, то есть это не работает. Рейс нет сначала этого. Вот, у тебя сейчас. Вот сундук это и есть Дейли. Кстати, у меня на втором чаре пришло. Неужели оно чаре развелись? Прикинь. Ну я взял. Сундук возьми. Боже, я с этого 65 поднял. Это очень много, слушай. 65 реликов. Это значит 2,5 прохождения и у тебя 20 слот. Там нафига что? Тут лучше. Тут главное эти релики. Это все, что тебе надо. Нажимай ready. Теперь нас возвращают в лобби. Все, можно выходить. Дерек не взял. Заходишь во фракталы и смотришь третьего трейдера. More people should learn to barter. Да. What do you need? I'll see you around.